Какой он студент, обучающийся по программе среднего профессионального образования? Вопрос, об актуальности которого говорит Министерство образования и науки страны, сегодня обсуждали на международной научно-практической конференции «Комплексный социологический портрет обучающегося СПО». Форум прошел в Сочинском госуниверситете. Участники конференции – это непосредственно преподаватели, сотрудники университетского экономико-технологического колледжа, но и также, конечно, мы привлекаем сторонние организации, другие образовательные учреждения для участия в нашей конференции, для того, чтобы обмениваться опытом, обсуждать какие-то сложности, которые возникают в рамках нашей деятельности профессиональной. В ходе исследования организации среднего профессионального образования по всей стране был сделан вывод. Сегодня профессии, которые можно получить в таких заведениях, весьма востребованы. Престиж рабочих специальностей растет из года в год, а потому актуальность проводимой конференции очевидна. Сегодня СПО очень востребованы, в том числе среди самих абитуриентов, среди их родителей. И с каждым годом отмечается существенный рост качества абитуриента. Ребята идут с очень прочными школьными знаниями в систему СПО, идут с высокой мотивацией. Одним словом, ряды заведений среднего образования сегодня пополняют не только троечники, как это было раньше. Сегодня колледж или техникум – это отличная ступень для начала карьеры. Ну а высшее образование можно получить и позже, уже имея за плечами опыт работы. На конференции сегодня также говорили о демонстрационном экзамене, введении профессиональных стандартов, о цифровых технологиях в образовании, а также о чемпионате рабочих профессий World Skills, в финальной части которого экономико-технологический колледж СГУ завоевал медаль за профессионализм в категории «Поварское дело». Кстати, единственный в крае. Инга Габеша, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.